Здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Футбол в Сибири. Сегодня в этом выпуске мы с вами поговорим о матче Челябинск-Новосибирск. Матч проходил в очень непростых условиях, шел снег, и поле все было засыпано снегом достаточно. И это было, и это, конечно же, отразилось на игре футболистов. Ну, никак не отразилось на игре и Челябинска. Уже с первых минут Челябинск атаковал ворота Новосибирска. В воротах Новосибирска стоял Дмитрий Полянский, резервный запасной голкипер. И я хочу отметить его игру. Очень хорошо играл запасной голкипер и в какой-то мере не дал тому, чтобы Новосибирск разгромно проиграл Челябинску. Ну да, конечно, отмечу, что Новосибирск вообще был прижат к своим воротам в большей степени игры. Да, где-то были атаки, но все равно в основном были атаки на ворота Новосибирска. И Дмитрий Полянский, конечно же, просто-напросто выручал свою команду вплоть до 63-й минуты, когда Вазетдинов открывает счет на 63-й минуте. Челябинск выходит вперед. Ну, конечно же, как-то Новосибирск и собрался. И уже под конец тайма уже где-то был шанс сравнять счет. Но в итоге засчитали офсайд. Ну, ничего страшного. На мой взгляд, Новосибирск, так сказать, решил свои задачи. Ну, в какой-то мере задача нужна того сделать самый максимальный, остаться на первом месте. Ну, к сожалению, это поражение. Ну, будем надеяться, что в следующей игре Новосибирск соберется. Еще раз подчеркну игру вратаря Новосибирска Дмитрия Полянского. Так что у Новосибирска есть два таких прекрасных вратаря.